Бать, мне там неудачная плюха прилетела. Это темная молния и копье сразу же после этого. Кому там замены надо было? Не сможешь на время трачу по-быстрому пойду, сокет поделаю. Просто в старика 400к хила залью. Драконыш. Требую снятия ЕП. Ой, мы согласны. В жизни так не хилил. Старик, а хочешь в соло таргет похилить РСХМ тьму? Нет, спасибо. Там танки нормальные. Там веселые занятия тоже, кстати. Кстати, Алёха, вечер могу опоздать или вообще в конце пути. А чё сегодня, кстати, у Майн состава вечер? ЗС-ка пойди. РСМ? Ура. Целка ХМ. Целка? РСК. РСХМ. Правильно, неделю надо начинать с РСХМ, чтобы знать, сколько воронок забирать. РСХМ-ка с чем-нибудь, не знаю, или ЗС-ка, или сколько. Кому не нужен кусок на лопа. А чё маски да в рейд не взял, он бы хоть забрал. Есть. Он дарки снова в спек хочет. Я сложно представляю, как это у вас пеху лука может. Кто-то демон, ты чё? Не шаришь. Ты 5? Ну а чё? Блять, кто босса сагрил, ну пиздец.
Ой, дайте диван. Не ждать. Он не выйдет. Я себе что, весь трэш бежит, когда босс агрится. Да, диван дайте. Да не убегайте, ребята, умрите просто. Он не, а мы же прошли МЗС и ВУК, всегда весь трэш вычищаем. Все, что в одной комнате с боссом находится, все агрится сразу. Ты диван никто не кинул, да? Сейчас шаман встанет какой-нибудь. А вон диван есть на дарку. Он куда-то на Кладбона побежал. Кладбон, Тоби, пизда. Фей. А почему комбат висит на людях с диваном? Потому что Марагрим побежал на выход. Сейчас, Лепси. Бля, Кладбон, так, бля, вышел бы с рейда просто и все, пока. Он сейчас пока туда добежит, пока обратно добежит. Это... Там же портал рядом, он стоит около портала на лифте. Так лифт-то наверху, я знаю. Можете, наверное, снимать щиты уже. Нет, нет, бой висит. А что будет? Будь, да будь здоров. Здоров. Расти большой. А чё, они до Кладбона с Враской побежали, что ли? До Кладбона, да. Пиздец. Всё, он за Нгартоп вышел. У вас комбат снят, спал. Вернется босс. Тимбич. Ну пока не снимай его, он этот снял, Тимбич. Проход выйдет. Босса нет. Лёх, у тебя сейчас все равно диван пропадет тоже. Трэш не сагрите, только смотрите трэш. Говорю, выйдите, блять, в это. Поднимайте. Кто спулил-то? Помню времена на X10 с багном на полом. Один раз напулил, и все, и на весь инф. Хан побежал по всему инсту, а рейд стоит в одном месте, и все. Изи трэш. Давайте рез, поднимайте людей. Куда вы побежали, стойте здесь, блядь. Я резать пошел. Я могу главки ворога вызвать, собрать трэш вокруг босса также. Футбон, что ты там делал вообще? Бля, меня выкинуло в конце боя. Void Frozen, вставай. На присутствие. Симонику от Бона помогите. ДК, Эрнест, Враск, Шаман, Мозер. Фроузен, если ты тут, встань, я тебя засумоню просто быстрее.
написал, что в туалет отошел. Посекать можно было бы позже. Еще раз даю проверку. Суммонить, помогите Раску суммонить. Ты суммонишь его? Да-да, он уже тут сейчас будет. Эрнест. Кават. Фрэнси. Я тут-то. Кават. Кават. Ну и где босс был? Босса спиздили. Как он говорится, художественный фильм спиздили. Агриш, сюда приводишь трэш. Проход, все стоим за ним. Just above that. Дальше пожаришь, сюда приводишь. Туда никто не идет. Не умеете без пула босса, будем делать. Лёх, давай глазом приведу еще. Не надо. Ари, что-то лишнее. Интересно, он вообще появится или опять админа надо будет звать? Ася, куда он ушел? Курить. А вроде как вообще, типа, он нагрел, спойлили босса, весь трэш побежал в нас. Кто-то начал ивейдить босса, не услышали о том, что он не ивейдится. И хуй его знает, с того момента мы его и не видели, он куда-то, наверное, или в текстуру. Вон он, босс стоит, чё ты говоришь? Босс стоит. Хороший. Блять, где? Нету его. Тут в таргете у меня, посмотри. Да нет босса. А ты кто? Какой ник у тебя? Хорошо. Вот Бона тоже стоит. Возьмите таргет кто-нибудь. Я сейчас скриншот сделаю, что никого здесь нет. У меня максимальная дальность стоит прорисовки. У меня тоже босса нет. У меня, блядь, мурлоки бегают, которые за боссом. Короче, босса тогда сагрить и появится. Короче, кто видит, пусть бьет. Пистаты придумали. Давайте кто-нибудь один побежит туда, на место босса. Проверим. Ага. Какой-нибудь друид. Приз. Какой-нибудь жалко, да? Кто выше меня по ПГП? Лёха, а чё я шестым бегаю? Не знаю. Хочешь? Так я ж тебя спрашивал раз пять. Так на трэше никто не спрекается. Поменять надо меня с этой. С деревом.
Кстати, что же я делал чаще? Проки начали по ощущениям. Что за хуйня? Кто вторым танком танчил на прошлой неделе? Кого? Рэш. Вы знаете, я в одного танчу. А медведь, по-моему, был какой-то. Там кто-то ведь был тоже, по-моему, спулил что-то. Это, с Артемия, скорее всего. А, на трэше Артемия и кто-то еще. Тимбич, по-моему, был. Ну, эти медведи меня так заебали тогда. Они не понимают, что такое наагрить, это какой-то пиздец. Они, блядь, один размах дали и повели всех. Ни агры, нихуя нету. Вы зачем сюда претесь? Вам сказали стать в проходе. У босса нету. Риловник. А чё, демона нету в рейде больше? Надо. Попозже зайдет. Недолгое удовольствие. Пиздец, блядь. Сука, обрадовался. Сколько смотрел он, да? Очень 800. Ни за что, блядь. Босса сагрили, да? Да, сагрили. Да. Здрасте. О, а я выйти из игры успел. И он появился, кстати, у нас. Сразу же прорисовался. Давайте хоть трэш убьем, что ли. Некому уже убивать. Трэш бейте. Бой с боссом идет, да? Угу. Скажите, как зайти можно будет. Джив стоит, если что. Не пойдем, можешь. Не надо, босс бежит на кого. Уже бежит. Никто скупатый, туда не бегал. Никитос. Вот кто сагрит. Драгон. Кто? Один. Я вдоль стенки бежу. Это вдоль стенки было? Я вдоль стенки бежал. Да там пиздюк под боссом ходит, и он, короче, передает агро на этого, на босса. Все, он вернулся. Бесить. Видишь, там пиздюк под боссом ходит, Морлок. А это ты берешь? Его, короче, вместе с боссом надо будет отдать. Интересно, почему не все не вместе, блядь, все не здесь? В смысле? Что там делают? Холи Пал, Рестер. Суманить Ауди. А, их на водопады, наверное, кинуло. Вставай, суманем. Это станет, главное, чтобы босс не запустился. Это ж не кель. Хуй знает. Можно рискнуть, я там ближе к боссу лежу? Пикните, вот, пикните. Душ. Фрэнки с Дунэн, реснитесь просто, мы вас засумаем. Только труп не сумоньте. Женуэн, ты тут? Жена, тебя начислили для сообразительности.
Иди агритреш. О, видишь, пиздюк возле босса бегает. Сейчас я выбрать буду там. Ну, вон, чех босс стоит. Да. Друид баф. Маг. А чё? Сюда никто не будет ходить, да? Там запрещено. Законно. Да, кого-то забери на себя. Потанчивай тут. Кто-нибудь, да. Лёв, дай себе метку поставлю. А, ты не можешь, да, в бою дать? А вон белый, короче, ходит. Шары. По кругу. Из-за него агрится. Да. Что ты бьёт для того, где? Всё, там босс. Нет, вон он бегает. Да брат. Пофиг, Тин там залез. Вон. Ставлю рыбу. Так, по спекам. По спек. Так, Женуэн хила. Сев кота. Так, дальше. Кладбон. Танк спек есть с собой? Да. Тогда в танка спекаешься. ДКшка на боссе. ДКшка на боссе. Танчил, знаешь. Да. Этот. Я, Драгонс. Кого? Что, с 5 танков стало, блядь, Лёха. Я понял. Чё, 6-5? Так. Также в коридор завожу, вот где портал, за портал сюда, да? Склад, склад. Склад, спек ДД есть? Спекайся. Так, Лотбон, я и Драгонс на трэш. Рыбу поели, стали за колонны. Ну, пиздюка не забудьте потом. Да он сам прибежит. Ну, в смысле, чтоб он не пошел меня пиздить. А ты, блядь, ты сказал, погоди, ты сказал, да, спекай. Кого поэтому? Он в ПВП просто сейчас одевается. Оставайся в танке, короче, пизду. Более полезным будешь. Даю проверку. Так. Грудак. Готов? Если готов, плюс. Кто-кто? Склад. Все, все готовы. По готовности ДКшка.
там встретит в центре. Да и стаки соберем. Подошли в боссу, дали веру. Бег. Так. Первый драгон ты забирай на свою стрэш. Все, собирай агрик просто. Через секунд 5 поведешь. Блять, заебал твой женек элементаль. Вот просто заебал, он, блять, везде. Нахуя он в селе ставит, блять, свиньи. Подбон следующий, твой трэш. Скала ты страхуешь. Убирайте. Агри, короче. Я скажу подойти. Там больше овешка, херась. Похил рейда. Короче, на фонтанах почили. На фонтанах умирают. Женоэн, бегай, подними Гримперс. Гримперс, где саппорт, если ты на фонтане дохнул? Я тут никогда не умер. Баф, ты не мудать. Скала, ты следующий трэш заберешь. Вместе с драгом. Обон подлади. Все, драг забирает. Все. Убирайте вдвоем. Жнуем в дом. Ой, Римперс, понимаешь, ну ладно. Я все не бери, я их все заберу. Следующий готовься. Там еще одну пачку заберешь, не поздравляю. Бафа дайте по друидам обязательно. Этаж пухить. Забирай трэш. Еще сейчас один прибежит. Ганвеста, блядь, тут то же самое. Где, блядь, сокрот, если ты на фонтане дох? Где тут? Да? Второй раз. А, нет, первый. Такой просто ебаная, блядь. Все, будешь пробивать там, случайно. А, флагон, иди Берн. Иди Берн. Возле фонтана. И на тебя трэш. Все, что... Ну, фонтан ухожу. Бафы по гану есть. Ладно, собирай, конечно, с подбоном на пару. Боссы, все у меня. Перси. КП. Блять, я сказал же, что выпей саппорт, сука. Мне надо, блядь, все равно спас эту хуярь. Короче, на фонтанах буду чилить тогда. Клин там дох. Блять, будешь сдохнуть, когда мурлок. Дракон там освободился? Ну и уж тут. Да, я уже убил. Убирай эту крышку. А, тут.
Жим на ману, вода и пончик. Угу, даю. Ну и следующий. Марсе, зальешь и ноль важно. Что там с трэшем? Где мне трэш? Давайте по боссу. Бонд освободился, все, будет трэш следующий. Не выйдет. Друиды поднимать? Да не надо. Так, он будет трэш. Забирай, забирай. Больше. Вот Бона просила. Вот Бона пишет на агро, но 6 драгун. Лёха, ты просто так стоишь? Полы из сферы? Я тебя подисплею. Все в сторонке держим. Блять, нахуй ты таунтишь их и уводишь под босса, когда на агра нет и нихуя нет. Зачем это делать? Просто бейте. Таунтишку держим. Спасибо. Да, пожалуйста. Не добивайте уже, не верь. Ебать. Ебать. Я знаю, кто его спиздит. Ебать. Вот это найс. ППГЦ. ППГЦ Никитос, да? Че, Никитос, что в 25 каду ебашу, как минимум. Да, ну помойное, оно сейчас не дамажит. Да с хуя, по-моему. Сейчас дамажит, но для хантов висываешь. Что, на приколе, что ли? Ну поднимите кого-нибудь, пробегайте. Это чистая возможность на успех получать то, что не скоро совсем вырастет. Давайте ему ГП его заслуженный. Конечно, лучше воли. Ну, воля почти нихуя не дает. Схуя не дает, дает. А если, блядь, оверкапа не было бы, оно. Я бы с волей бегал полгу вообще.
с ее проками рандомными она нихуя не дает по сравнению с этой штукой. Она на хантах хуево идет. Если бы, Драгон, ты так сказал, в актуале на офе, хотя бы, я не знаю, там, убили бы, наверное. Здесь-то это правда. Правда, глаза режет. Вы упрётесь. Поехали. Не знаю, я до сих пор с волей бегаю бутикой. Япончик, ты не замолчал. Сейчас будет микрофон просто выключен. Ебачу, два босса. Так я замучен, у тебя там красненьким подсвечивается. Да я понял, понял. Ой, сейчас пизда будет без напола. Ой, пизда, Никитос теперь будет лутать у нас воронки. Зачем ему воронки? Так, кто его знает. Может, на нет, не хватает какой-нибудь. Если воронки лутать, то, естественно, для какой-то цели. Если цели нет, то я воронку. А он мне будет отдавать. Это не цель. Не, хуй там Никитос стоит веселый, бля. Че Рушан там стоит? Блядь, Женек, твое ты 5 вообще отдыхает. Ты там долг вернул старому? Че за чего? Че он так гуляет? Хуй знает. Сон ебанут. О, это еще и хуёвый. Наверное, бы не мешал. А хуй подъебал лезть. Цернил в сторону босса. Ну теперь для большого кайфа осталось только одно. Чтобы с гидрос еще 3 не танков скрупало. Что, не бегать? Наркис, какого тебе куска не хватает? У рудака? Тут всем рудака не хватает. Не бегали. Блять, вы можете остановить? Ой, ну ладно. Пизда, я, короче, не хилю, сдохну. Хилю дракона. Добейте эти. А чё вы там, блядь, не отходите? Вам там заебись стоит. Пиздуха забей. Всё рассчитано, чё ты пиздишь. Я видел, как ты дёрнулся на километр вперёд. Че, обновился сегодня квест после вчерашнего идея? Нет. Ну типа нахуй им отменять квест, когда можно просто его не обновлять. Логично же. Ну кто-то проебал квесты из-за этого. Бедно. Не получилось, за 2 раза сделать. Не знаю. Тот трэш тоже надо. У меня тоже не получилось 2 раза сделать, потому что я вчера, блядь, не смог пойти на иконе. Я сделал 2 раза вчера. Ну, вчера сделал на обоих перцах, но не дали смог. А сегодня откатился у тебя? Нет, нет, говорю же, нет. А смысл тогда? В 2 раза сделал. Смысла не было. Ну, я типа и говорю им, смысл, блядь, откатывать квест, когда можно просто новый не добавлять. Нет, давайте потом попиздить.
Все погнали за халявой. Угу. Бля, зато сейчас не надо делать эту охоту. Какая разница? Ты не худелась. Да, типа. Ну, бля, ну что я, допустим, на Твине, я не буду сейчас делать охоту еще раз. Зачем? Это вы сейчас, кто вчера не сделал, так можете рассуждать. А вчера можно было попробовать, не знал же, что... Это понятно. Может, просто у них время сбилось. Это когда у них субботу показывал в понедельник еще. Слушай, пиздата тема. Календарики в субботу горит, хотя по факту по неделе. Блядь, самый хуёвый босс. Ну, не знаю, блядь, с того момента, как ты опять начал работать, он половина, он самый охуенный. Может, соло протащишь, нет? Я вот туда же хочу, куда в Раска. А у меня нет, может, ты пятая не открыта. Нету денег на воронки. Нахуй вы их пулите, если не все пришли. Если притянуть не могут. Заебись, чё. Рашка, а ты чё там? Бьём. А это он нахуя спулили? Бьёте? Кого не пулите? Это чей-то пёс. Блять, вы заебали. Ты говоришь солон, типа трэш вытончен, да? Нет, у меня нету два пусков. В теории? Ну, у меня два пуска еще нужно открыть. Да в теории вообще соло может вытончить. Бля, остановитесь, парни! Чё, заебали? Ты заебали? Что ли? Берите нахуй вот эти тотемы, которые постоянно агрят. Не тотем, это агрит, не пиздец. Это похуй, он все равно там рядом. Жопу и агрит, да. Идите, блядь, к самому краю. Все, кто там, блядь, на отдалении опять ебашит? Что мы делаем, что мы делаем? Давайте следующего, Геру. Поздно, уже следующего ждем. У нас так один шаман ГП полутал, не надо про Геру. Так там получается как надо? Убить кого вылезет вот это. Да, давай тяни его просто сюда и все. Блять, бейте его быстрее. Не знаю, что ДК не могут притяжку нажать или что. Пиздец, когда надо, блять, не могут нажать. Да ебаный, блядь. Какие вы шикарные, братья. Надо Салю. Просто было подойти туда и бить моба, который вылезет сразу и все. ЕП за этого моба начислите. Перед боссом. Великая победа, Орды. Перед боссом 3 минуты вперед. Одного убили, а дороже ты приколы вырубили. Я пока подумаю по звуке. Здесь будет кто-то в рамке, куда оба? То, что у нас один на пул, я бы вообще, если есть возможность, кого-нибудь другого места я бы запустил. Что там, перекур, нет? Да, 3 минуты перекур. Ребят, знает кто камеру отдалить дальше, чем обычно можно? Макрос. Обычный. В настройках ставишь на... Ты просто можешь зайти и нажать вон Escape, потом интерфейс, камера, и увеличить там ползунок дальности по правой стороне максимальной дистанции до максимума. Если тебе то макрос. Подожди, не разгоняйся. Что там интерфейс? Интерфейс, макрос, потом заходишь, камера. И там максимально. Да, и там будет ползунок по правой стороне, максимальная дистанция камеры. Увеличиваешь до максимума. Максимум ее ставь, и все будет в порядке. Если тебе и этого не хватает, то найди в интернете макрос. И все. Да вон, скинули в чатик. О, не-не-не, спасибо, все ништяк. Во, блядь, охуеть. Блядь, вот сегодня выпало 6 пустот. И я эти 3 пустоты теперь покупать буду. Ёбаная изначальная пустота на полировке.
Да, да, по 500 голды. А 350 можно продать. 350 я бы еще подумал. Потому что они на ауке 340. То есть освещение на ёба будет. Я за 340 уже выкупил с аука. Скала, ты танчил этого босса? Нет, он не танчил. Пеканом танчил. Классный босс танчит, там страшно будет. Он заебётся таунтить с меня. Такс, короче. Так, короче, это, раз, жена я тут в сову, нарцея в хила. Так, раз. Так, ДК на боссе. ДК на боссе. Драгонсон справа, суковато слева. Суковато с левой стороны ловишь трэш, здесь вылазочка драгон справа. Дальше следующий мы по хилам. Холи пал, звездочка. Жену. Печенька. Нарцея, звездочка. Мозер, печенька. И второй рестор шаман, ты звездочка. Саппорт есть у кого? Да, конечно. Кому кинуть? Обновите каски и поставьте шифонер, там суковат упал. Сейчас я, блядь, дайте мне сначала зачариться. Так, дальше. Она бежит уже, зачем шкаф? По поводу агро, смотрите аккуратно, один на пул. Никитос, даешь на пул по суковат. Сад звездочки. Дальше. Хилам тут саппорт не надо. РДД зоне, фласка на урон. Хилы на СПД. Тут только танки пьются. Так, и в принципе все. Можно дракона сумать? Нити. Так, еще раз, холи пала куда? В печеньку, в звездочку? Я же говорил, звездочка. Все, принял. Дайте рыба в каске. Теперь потерпи. Ману, перерыв ману. Вообще-то, во-первых. Уже закончил. Разве? 3 минуты перерыв был. Знает, он уже давно закончил. Я еще не готов. Есть у кого-то саппорт, ребята? Дадут тебе саппорт. Ты что, танк? Да. Дракон на обмен 108. Да ты уже не уже дороже, да? В смысле, 180 было. Дракона. 163 показывает, науки есть. Ну, наук. Еще раз даю проверку. Фрокирс, Мозер, Нартия. Нартия, Мозер. Женуэн, что не хватает. Каску разбав и все. Сейчас, у меня последний камень крафтится. Инту. Ну, Фрост Кирс, это кажется. А можно уже надо каску? Да, блядь, потерпи! Заебал уже, честно. Ебать, полчаса каску разбафать не можешь? Мне, блядь, тут не было. Я сказал потерпеть вам. Сзади подходит. Еще раз проверку. Приступ бафа нет.
Женой Нортье. Нортье, ты в хиле, если что. Нортье здесь? Спивайся.